Розовый октябрь в Приднестровье. Весь месяц женщинам будут рассказывать о раке груди. Врачи проведут осмотры по всем районам и городам страны. Расскажут о ранней диагностике и симптомах, которые нельзя пропустить. Сейчас в Приднестровье почти 2600 женщин с диагнозом рак груди. Истории тех, кто победил болезнь, в нашем сюжете. В 33 года Наталье Ткаченко диагностировали онкологию, рак груди. Лечилась в Москве, прошла 9 курсов химиотерапии, 2 операции, 21 облучение. Почти 5 лет в ремиссии. Нелегко принять этот диагноз, вот. Но самое главное – мобилизоваться, собраться с силами. Для меня, у меня в моей жизни были люди, которые прошли через онкологию, для меня они стали маяками. То есть я на них смотрела, опиралась на их опыт. Вот, и как бы с их поддержкой я вот как бы смогла все это осилить. Сейчас, конечно, приходится больше проходить медицинских обследований. У меня терапия гормональная, тоже как бы, которая на 10 лет рассчитана. Наталья победила болезнь. У нее семья, работа, новые хобби. Сплав на байдарках, походы, экскурсии. А еще женщина решила, будет помогать людям, у которых тоже обнаружили опухоль, как у нее когда-то. Основная ее цель – это помощь онкопациентам и родственникам онкопациентов пройти этот путь, сложный путь болезни вместе, рядом, чтобы человек не чувствовал себя один на один с этой болезнью. Что есть рядом поддержка, есть рядом люди, которые прошли через эту болезнь. Вот. Сюда включают и психологическая помощь, с нами работают психологи, нам помогают юристы. Вот. И, конечно, мы работаем в тесной связке, это с врачами-онкологами. Сейчас в Приднестровье розовый октябрь. В этом месяце женщинам напоминают о том, как важно вовремя обследоваться, чтобы как можно раньше начать лечение. А еще врачи расскажут о факторах риска и профилактике заболеваний. Мы выбрали слоган для этой акции «Не опоздай». Потому что мы всегда опаздываем куда-то, на работу, в сад за детьми. Женщина, она многозадачна, у нее всегда куча в голове мыслей, куча дел. В этой суете дней она забывает о себе, о своем женском здоровье. А женское здоровье – это основа. Если будет счастлива и здорова женщина, будет счастлива и здорова семья. В соцсетях организации «Живи» сейчас проходит марафон. Каждый день публикуют статьи онкологов и истории женщин, которые победили рак. Например, Анна. Ей дочь посоветовала пройти полное медобследование. Женщина сдала анализы, сделала УЗИ. Результаты показали маленькое образование в груди. Врач сказал, что все в порядке, но через полгода надо прийти на повторный осмотр. Анна пришла только через полтора. Тогда нашли рак второй степени. Дальше химио и лучевая терапия. Операция. Сейчас ремиссия. Рак груди. Такой диагноз нашим женщинам ставят чаще всего. Сейчас на учете у онкологов в Приднестровье почти 2600 пациентов. Специалисты напоминают, маммографию и УЗИ необходимо проходить раз в год. Если что-то беспокоит, сразу к врачу. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов на спасение.